Только отвлечешься, спиннинг из воды пришлось ловить. Еще не рассвело, какая хорошенькая. И взяла она у нас настоящую резину. Опа! Поймал спиннинг удочку. Какая, смотрите, тушка хорошая. Отвернулся и удочку потащила. Еле успел схватить. Подсачником уже из воды доставал. Вот такая либра сработала. 55-я, по-моему, или 65-я. Белый цвет в пол воды. Удачное открытие рыбалки. Друзья, всем привет. Как всегда, я на рыбалке. Ну и сегодня опять приехал половить форель в рыболовный клуб «Русский осетр». Водоемчик мне понравился. Уже несколько раз здесь ловил. Без рыбы отсюда не уезжал. С утра расположился опять на понтонном мостике, ближе к сеточке. Ну и приступил там к ловле. Не будем терять время. Погнали быстрее на рыбалку. Народу сегодня на пруду много, понедельник. Приехало человек 20, поэтому запуск где-то, думаю, килограмм 80 точно должен сегодня быть. Ты у меня взяла, ух, куда ты потащил, да? Ой, иди сюда. Желтенький червячок сработал. Прям только приманка коснулась воды и удар сразу. Хороший навесочка. Ловил новый спиннинг. Какая бойкая это, а? Ух, как она. А-а-а! Собака. Хорошая, да. Не удалось, в общем, завести ее в подсак, но клюнул вот на такого червячка от либры. Немного о снастях, на которые я сегодня буду ловить. Соответственно, буду ловить, стараться на спиннинг. Поставлю одну поплавочную удочку, и то даже не на пасту, а на пассивную резину. Начнем с моего старого уже доброго Ronin Rush Canon 1,6 грамма, 1,90 м. Он у меня, этот спиннинг, под блесна. Shimano Siena катушка. И 0,4 плетеночка четырехжильная UGK-евская стоит. Это для блесен комплектик. Для резины у меня сегодня обновка. Новенький спиннинг. Канону решил в пару все-таки взять, чтобы два брата было. Взял тоже Ronin Rush, но это Ronin Rush Amati с тестом 0,2. 5 грамм. Надеюсь, что это спиннинг и мне идеально подойдет под резину. Кто постоянно смотрит мои видео, видели, что я несколько рыбалок ловил Zetrix'ом с Z-той. Ну, не знаю, что-то не очень меня он воодушевил. Ну, не понял я пока еще его. Или не понял, или мне он просто не понравился. Ну, не знаю, какие-то такие смешанные чувства. Сказать что-то плохого не могу, но и хорошего тоже. Поэтому решился на обновку на Amati. 622 Суил Т. Еще раз 0,2. 5 грамма. Также стоит катушечка Shimano Siena. Но здесь плетеночка 0,4, 9-жилочка Ханза Пандора. Этот комплектик у меня под резину. Кому будет интересно, где приобретал спиннинг, все ссылки у меня под видео в описании находятся на спиннинг, на блесна, на которые постоянно клюет форель. Все там есть. Кому интересно, заходите, переходите, смотрите, ознакомливайтесь более подробно, читайте. Настоячка опять прищипала. Вот она, берет. Оп, еще
играет на стоячку. Прищипывала и бросила. Ну, продолжим. Опа. Она блеснула. Блин, какая бойкая, врешь, не уйдешь. Кабан. Да, хорош кабан. Вот такая хорошенькая мамка взяла, прям под мосточком. Поддернул блесну, и она, видать, на поддергивание среагировала. Ну, вот моя любимая блесна сработала. Так, не ухай, не уйди. Черная подложка. 2,2 грамма. Атронин Раша снова выручает. Вот и подошла к концу сегодняшняя моя рыбалка. Рыбалка была трудовая. Было, ну, вот, реализовано две поклевки. Одну форельку удалось поймать на стоячую резину от Либры. Потом был обидный досадный сход. Не удалось в подсак мне завести форель. Тоже клюнула на резину от Либры оранжевого червяка. Ну и последнее, что было поймано, это на белую блесенку с черной подложкой в пятнышке от Ронин Раш. Тоже такая хорошая форелька. Две форельки меня сегодня потянуло на 2,5 килограмма. Ну, что самое главное? Главное, что рыбу поймал. В принципе, удовольствие от рыбалки получил. Новый спиннинг тоже разловил. Поклевки на него ощутил. Были еще прищипы на резину, потяжечки как бы. То есть, в целом, спиннингом даже остался доволен. Вот. И рыбалкой также. Ладно, вам спасибо, что смотрели. Как всегда, не забывайте оценить. Поставьте лайк, мне будет приятно. Вам это ничего абсолютно не стоит. Секундное дело тыкнуть на кнопочку. Вот, ладно, я собираюсь домой. Погнал готовиться к следующим нашим рыбалкам. Давайте всем пока-пока. До встречи на рыбалке.